Всем добрый день. Очередная распаковка одной очень интересной вещи для карточек. Ну, сделана, я не знаю, из кожи или нет. Может быть, из кожи какого-то тушканчика. Но, тем не менее, логотип Apple есть. Такая вот картонка внутри идет. Из двух карточек. К железке магнитится. Магнитится хорошо. Ну, похоже на кожу, конечно. Не знаю, как это будет выглядеть на айфоне. Но попробуем с двумя картами. Карты входят две плотно. Не хватает здесь прореза, конечно, для того, чтобы их доставать. О, даже три успел запихнуть. Ну да, доставать будет еще тот геморрой. Хотя, в принципе, если две, то чем-то тут поддеть. Не выпадают, уже хорошо. В общем, вот такая вот штука. С логотипом Apple. Для новых чехлов. Не знаю, по-моему, оригинальная вещь. Кстати, здесь вы можете заказать у продавца и сделать любой свой логотип, если захотите. В общем, как-то так. Ссылки все будут в описании. Всем пока. Вот, кстати, мы с уверенностью можем сказать, что здесь есть магнит. А как этот магнит повлияет на наши карточки, которые здесь хранятся? И как этот магнит повлияет на сам телефон, на память телефона, если его постоянно носить? Вот это вот уже вопрос к айфоноведам, которые наверняка знают, что все будет нормально, что карточка не испортится, карточку, если что, можно будет поменять. Но как же тогда быть... Карточку-то можно поменять, а вот как же тогда быть с тем, что память телефона поменять гораздо проблематичнее будет. Но тем не менее, можно дома пришел, прилепил кошелек куда-нибудь на доску, где ребенок рисует. Или как-то так. В общем, веселая вещь. Покупки рекомендую. Стоит намного дешевле, чем все другие аналоги. Вот только насколько ее хватит. Не отваливается. О, отвалилось.